Всем привет! Хочу с вами поделиться, как я избавляюсь от разводов на замшевой одежде. Я недавно попала под дождь, у меня намокли замшевые сапоги, появились разводы. Вы можете увидеть и белые, и не белые. В общем, это у меня такие сапоги. На угах тоже промокли у меня и получились вот такие вот темные пятна. Сейчас мы будем от них избавляться. Рецепт очень прост. Нам понадобится обычная вода, уксус. Мы это все смешиваем в одинаковых пропорциях. Воду вместе с 9% уксусом. Все это мы смешиваем. Ну, я так руками перемешиваю. Нам понадобится ватный диск. В первую очередь я буду вычищать свои серые замшевые уги. Я намочила в растворе и просто вот так вот потираю. Вытираю это место. Теперь второй. Потому что после черных будет очень сложнее это делать. И вытираю те места, где у меня появились разводы. Теперь беру я губку вот такую и вот этой вот стороной приподнимаю замши. Они потом немножко просохнут, и я наношу сверху водоотталкивающую пропитку. И второй. Затем приступим к черным моим сапогам, которые больше повреждены, чем мои уги. Берем, наносим. И так вытираем. Разводы уйдут очень быстро с этим раствором. Для черных сапог нам еще понадобится краска для замши и, соответственно, водоотталкивающая пропитка потом сверху после краски. Водоотталкивающая пропитка нам понадобится. Вот так вот мы убираем белые разводы. А теперь опять же мы вот этой стороной приподнимаем ворсинки замши. Везде там, где мы
Затем после этого мы наносим краску для замши. Немножко оно должно просохнуть и сверху водоотталкивающей пропиткой. Ну вот и все. Даем сапогам, чтобы они просохли у нас. Я их покрасила. И все. И на следующий день можно уже одевать и идти. Надеюсь, вам мой совет, как избавиться, понравился. Вы воспользуетесь им. До новых встреч. Всем пока-пока.